Здравствуйте, вы смотрите рубрику «Новости Афиша» о самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. Творчество, спорт, пасхальные праздники, космос – это основные темы и направления для развлечений выходного дня. В преддверии пасхальных праздников в библиотеке в Старом городке в 12 часов дня пройдет встреча со школьниками под названием «Пасхальный звон». Ребятам расскажут о традициях наших предков, а именно какие блюда подаются на пасхальный стол, как называются пасхальные яйца. Дети отгадают загадки и поиграют в игры «Бег с яйцом», «Раскрути яйцо» и другие. Победители отметят сладкими призами, праздник завершится чаепитием. Прийти порисовать можно в Театре сказок парка Захарова. В 12 часов дня все желающие могут окунуться в мир живописи и освоить разные виды художественной техники. А в 2 часа дня в Лесногородской библиотеке имени Новикова гости отправятся в виртуальное путешествие по планетам нашей Солнечной системы. Нарисуют свой фантастический космический пейзаж. Вечер субботы можно скоротать, насладившись театральной постановкой в Центре культуры и творчества Кубинка. В 5 часов там пройдет веселая классическая комедия «Жена Лабиша. Пощечина». Она высмеивает семейные устои буржуазного уклада жизни. Режиссер постановки Евгений Сергеев. В воскресенье 16 апреля в парке Захарова можно отправиться в увлекательное путешествие на экскурсию под названием «Пушкинская Захарова». Вы узнаете о детстве маленького поэта, о его бабушке и няне, о детских увлечениях и играх. Открытый турнир по волейболу среди женских команд «Гагаринский старт» пройдет в 10 часов в селе Ершово в спортивном зале культурно-досугового центра. Мероприятие проводится с целью популяризации и развития массового спорта и выявлению сильнейших команд округа. А вечером в Доме культуры «Солнечный» театральная студия «Гротеск» представит спектакль «Цилиндр». Это яркая, полная непредсказуемых поворотов пьеса великого итальянского комедиографа Эдуарда де Филиппо. В ней герои из комической ситуации попадают в трагедию. Маленький камешек неправды, брошенный в воду, дает большие круги лжи. Начало спектакля в 6 часов. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю.